почему веду все? У нас в России все СМИ, они как бы госупаков, да, государственные. Нам необходимо, чтобы были честные СМИ. Нам надо, чтобы мы имели право голоса, чтобы мы знали, что есть такая-то, такая-то точка зрения, что мы ее можем либо не можем придерживаться. Наше правительство навязало нам свою точку зрения, и они... продвигаю, да, через те же СМИ. Вот, я на самом деле, в принципе, на прошлых выборах не буду, как бы, да, кривить душой. Он как раз который расположен рядом с центральным участком, вызвали всех рабочих, сделали рабочий день и заставили голосовать в комитете директора предприятия. Вольф, надо попробовать через твиттер как-то распространить немножко информацию, трансляцию. Ну как-то народу маловато. Здесь возможности никакой нет. Твиттер что-то писать. Одна надежда тебе. Рассылку там потерять. А что там написано?